Даже у тех, у кого нет швейной машинки, можно довольно и справиться с любой работой и без швейной машинки. Для начала тут я завязываю узел, как бы это в одну нитку, да, я просто за толстую нитку, чтобы было бы хорошо видно. И заодно покажу, как завязать узелок, да. Значит, как завяжу, видите, что я делаю? Узелок я накладываю на указательный пальчик ниточку. Большим пальцем я фиксирую конец ниточки. Теперь накрутила весь ниточку вот так вот. И начинаю что делать? Вот так вот закатывать ниточку. И у меня получился такой большущий-большущий узел. Видите?